Симон Питер Верлст был голландским художником Золотого века. Родился в Гааге в семье художника из Антверпена Питера Харменса Верлста. В 1642 году тот поселился в Гааге, где стал видным членом гильдии Святого Луки. Вместе со своим братом Германом Симон Верлст учился в братстве живописцев, учрежденном отцом в 1663 году. Через 5 лет Симон переехал в Лондон, где оставался до конца жизни. Он поселился возле рынка Сент-Джеймс. Там он встретился с Самуэлем Пиписом, влиятельным английским чиновником по морскому ведомству, автором знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев периода Стюартовской реставрации. В нем 11 апреля 1669 года он пишет, что посетил некоего Лаутена, который случайно направил нас к художнику, недавно приехавшему голландцу, который был тогда в доме с ним, одному Эверсту, и который привел нас в свое жилище поблизости и показал нам маленький свой рисунок цветочного горшка. Самое прекрасное, что я когда-либо видел в своей жизни. Я снова и снова был вынужден прикладывать к нему палец, чтобы почувствовать, настоящая ли роса на листьях растений, обмануты ли мои глаза или нет. Цветочные натюрморты Верлста быстро стали модой. Он считался самым опытным из голландских натюрмортистов в Лондоне до появления там Жана Батиста Мануае в 1690 году. В сравнении с Мануае, который рассматривал главным аспектом картины исключительно декоративность цветка, работы Верлста уходят своими корнями в традиции натюрморта в стиле ванитас. На фоне цветочного богатства картин в целом роз, тюльпанов и других цветов часто присутствуют штрихи, которые напоминают о скоротечности жизни и в то же время свидетельствуют о необычной виртуозности художника. Это капли воды, которые нарисованы на листьях и лепестках. Упавший лепесток на мраморный стол и особенно насекомые, мухи, бабочки, жуки, написанные чрезвычайно реалистично. Благодаря покровительству герцога Йоркского и Бекингема Симон Верлст получал множество заказов от высокопоставленных лиц, и эти работы стали ему рекламой на долгие годы. Благодаря тем же покровителям он обратился вскоре и к портретной живописи, создавая работы, неизменным признаком которых являлось цветочное убранство интерьера. Новизна течения стала модной, и за услуги Верлста охотно боролись двор и дворянство. Портреты с цветочными аксессуарами, заметными в композиции, украшают сегодня многие частные коллекции. Правда, в наше время цветочные натюрморты мастера встречаются довольно редко в собраниях музеев. Известно местонахождение всего нескольких подобных работ. Ваза с цветами, Гренобль, Муниципальный музей, Кливленд, Музей искусств, цветы в стеклянной колбе, Гаага, Музей Бредиуса, Букет, Померсфельден, Галерея фон Шонбурна, цветы, Стокгольм, Национальный музей, цветочный букет, Реймс, Музей изящных искусств, цветы в стакане, Копенгаген, Государственный музей искусств, букет цветов, Оксфорд, музей Ашмолен.
Каждая из этих картин представлен изящный миниатюрный букет с небольшим числом составляющих его цветов. Живописная манера исполнения очень тщательна, но менее гладкая, чем в цветочных натюрмортах Ван Алста. В общем, для названных здесь работ является оливково-серебристый единый тон, превосходно передающий теплоту нагретого солнцем воздуха. Все внимание мастера сосредоточено на ювелирной проработке формы и пространства. Впечатление свежести от живописи Симона Питерса Верелста во многом определяется широким использованием контрастного сопоставления теплых и холодных тонов. Особенно это заметно на примере Гаагского букета, составленного из цветков лилово-красно-белого тюльпана, приглушенно-красного анемона, розово-красной розы и голубовато-белого вьюнка. Из Лондона он предпринял поездку в Париж и даже работал во Франции некоторое время. Работы его находятся в Брауншвейгской, Мюнхенской, Лондонской королевской коллекции и многих других галереях. Благодаря своим портретам и натюрмортам Верелст получил такую известность, что это негативно отразилось на его психике. Он начал называть себя богом цветов и королем живописи, страдать приступами необузданной агрессии и в итоге был помещен в сумасшедший дом, из которого вышел, по некоторым данным, лишь незадолго до своей смерти. Скончался художник в Лондоне, однако точная дата его смерти неизвестна. По одним источникам это произошло в 1710, по другим – в 1721 году.